Работа сама ищет сотрудников. В департаменте здравоохранения Ивановской области открыта горячая линия по трудоустройству выпускников медицинских вузов. Например, выходцы из стен местной академии в этом году получили аккредитацию по трем направлениям – терапевт, педиатр, врач общей практики. Телефон горячей линии 59 45 58, код города 4932. В будние дни с 9 до 18 часов по этому номеру можно получить консультацию в вакансиях, заработной плате, мерах соцподдержки, которые приняты в районах. Мы ожидаем приток, большой приток врачей. У нас же двойной выпуск идет в этом году. То есть вот первая волна – это вот именно аттестованных, аккредитованных врачей. А вторая волна – это те, которые закончили интернатуру и ординатуру в этом году. То есть мы готовы принять их и максимально привлечь именно в Ивановскую область. Вот, со всех сторон. Поэтому тут потребность в горячей линии, общении с людьми. Первый поток трудоустройства уже прошел, поясняют специалисты кадрового отдела департамента здравоохранения. Это те выпускники, которые не планировали поступать в клиническую ординатуру. Следующую волну ждут с 1 сентября, когда во всех медвузах страны закончится поступление в ординатуру. Впрочем, всех потенциальных сотрудников работодатели знают в лицо. Чаще даже не молодые кадры звонят на горячую линию, а с нее звонят им. Всех выпускников, в принципе, мы знаем поименно, пофамильно, то есть с каждым мы работаем, в том числе и по горячей линии, и прозваниваем сами. То есть предварительные результаты встреч, которые были в медакадемии, с телефонами, которые нам оставили выпускники, желающие трудоустроиться, мы их прозваниваем. Этот год может стать для Ивановского здравоохранения спасительным, считают чиновники. Дефицит врачебных специальностей именно в первичном звене. Особенно ждут молодых специалистов небольшие районы – Савинский, Гаврилово-Посадский, Пестяковский, Ильинский. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.